Евгений из Лесосибирска интересуется. Скажите, как можно переоформить свой кредит на другого человека и что для этого нужно сделать? Для того, чтобы реализовать ваше намерение, должник, то есть заемщик, который получал кредит, и лицо, которое готово принять кредитное обязательство, должно обратиться с совместным заявлением в банк, с которым заключен кредитный договор, и выразить свое намерение. При этом кредитный комитет банка рассмотрит данный вопрос. При этом, безусловно, банк учитывает в том числе и имущественное положение нового потенциального созаемщика. С учетом решения кредитного комитета банк выразит, согласен он на переоформление или нет. Алексей из Красноярска. В молодости у меня была судимость. Сейчас мне 50, и я хочу получить юридическое образование. Может ли мой возраст и ошибка молодости стать для этого преградой? Любой гражданин, не в зависимости от возраста, имеет право получить высшее образование. Кроме того, если любой гражданин, вне зависимости от возраста, получает высшее образование впервые, успешно сдает вступительные экзамены, то он может обучаться наравне со всеми в государственных и муниципальных учебных заведениях совершенно бесплатно. Более того, при высоких показателях усвоения учебного материала он также имеет право на получение государственной стипендии. Ошибка молодости не может стать препятствием для получения какого-либо образования, в том числе и юридического. Однако препятствие может быть возникнуть только в том случае, если выбор профессии, допустим, будет связан с работой в правоохранительных органах или в других организациях, регламентом которых предусмотрены соответствующие ограничения, вытекающие из действующего законодательства. Олег из Подтесова интересуется. Я работал капитаном на катере, недавно ушел на пенсию. За время работы у меня накопилось больше 200 отгулов за праздничные и выходные дни. Насколько я знаю, работодатель должен был компенсировать мне отгулы в двойном размере, но оплату произвели одиночно. Это правомерно? Уважаемый телезритель, конечно же, прав. Его права нарушены. Трудовой кодекс предписывает четко. Если работник отработал выходные и праздничные дни, то работодатель обязан ему компенсировать в виде отгулов или в двойном размере оплаты труда. Поэтому обращайтесь смело в Государственную инспекцию труда или прокуратуру с жалобой, или подавайте исковое заявление в суд общей юрисдикции о нарушении ваших трудовых прав.